Жемчужине России, Краснодарскому краю, 80. За эти десятилетия край прошел различные этапы. Активное развитие, разрушительную войну, возрождение и расцвет. И участие во всех переменах региона принимали его жители. А это почти все народы России. На 5-миллионной Кубани 150 национальностей, 112 представлены в городе Сочи. Их обычаи и традиции сегодня и презентовали учащиеся первой гимназии. На входе школьников и родителей встречали татары, грузины, осетины и цыгане. Каждый класс начальной школы презентовал не только этнические костюмы, но и национальные блюда. Первый В, например, под флагом Израиля угощал гостей мацой, форшмаком. Здесь и хумус, закуска из нутового пюре, и творожное лакомство ругелах. Символ государства тоже рисовали сами. До двух ночи, рассказывают активные родители. Мы вообще новички, первоклассники. У нас, ну, очень волнительно было. Плюс такая национальность, да, как бы еврейская. Очень интересно у них традиции. Я думаю, что у нас получилось. Стол был, ну, по крайней мере, достойный. Хотелось передать именно красоту и широту души вот евреев, когда у них именно праздник. То есть мы старались сделать именно праздничный стол. Активно вовлекли в подготовку фестиваля национальных культур и самих младшешкольников. Ведь задача учителей не просто привить любовь к малой родине, но и приобщить учащихся к культуре братских народов, воспитать уважение друг к другу. Мы все вместе отмечаем день рождения Краснодарского края. Этот фестиваль мы проводим, потому что в нашем крае и в нашем городе Сочи живет очень много национальностей. Я, например, грузинка, но сегодня в роли еврейки. Я сегодня многое узнала об их культуре, и это очень интересно. К общему делу в гимназии подошли с ответственностью. Греки стол украсили оливковым деревом. Класс, презентовавший русских, встречал гостей с хлебом и солью. А на азербайджанском столе представили весь восточный колорит. Не обошлось и без традиционного плова. Изучили весь интернет. Вот. Страна очень понравилась, настолько, что очень захотелось побывать в этой замечательной стране и попробовать уже блюда, не нами приготовленные, а приготовленные действительно местным населением, азербайджанцами. 80-летие Краснодарского края в гимназии номер 11 сегодня отмечали целый день. Старшеклассники провели мероприятие еще большего масштаба. На фестивале искусств ребята пели и плясали, демонстрируя творческую составляющую многонациональной Кубани. История своего города, история своего края – это то, что должны знать наши дети. На протяжении 12 дней, с 1 сентября, мы знакомились с традициями, с культурой, с образованием, с медициной, с вообще вот всем, что связано с нашим замечательным краем. Мы все равны, мы прививаем культуру, мы все гордимся тем, что проживаем в замечательном городе Сочи. Такое братство народов, которое сегодня продемонстрировали школьники, задел на будущее. Уважение и знание других традиций поможет ребятам во взрослой жизни, особенно в таких многонациональных городах, как Сочи. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.